В Алматинской области в рамках программы «Аула Манаты» реализовано более 1000 проектов. Жители отдаленных сел получили возможность начать свой бизнес, оформив льготный кредит по 2,5%. В целом на кредитование сельского населения области направлено 8,3 миллиарда тенге. Большинство реализованных проектов направлено на животноводство. Направлений много. Цеха по изготовлению приданного для невест, разведение лошадей и верблюдов, изготовление национальных напитков. Одна из тех, кто воспользовался программой «Аула Манаты» – Багыла Кызыр. Жительница села Бесмойнах Дегерезского сельского округа Жамбылского района получила кредит в размере 5 миллионов тенге. На те же деньги купила машину для обработки шерсти и открыла швейный цех на территории своего дома. Сейчас она реставрирует старые одеяла и готовит приданные невест. С тех пор, как я открыла это дело, пусть не половину, но мне уже удалось собрать некоторые средства для погашения части государственного кредита. Мы всей семьей занимаемся этим делом. Мой супруг раньше работал по найму. Сейчас мы все заняты в цеху. Единственный источник дохода – это бизнес. Все знают, что мы создаем одеяло из натуральной овечьей шерсти. А потому все хотят себе теплые курпе, сделанные из экологически чистых материалов. Помимо самих сельчан, нам поступают заказы даже из города. Мы с супругой начали свое дело. Сейчас все машины я ремонтирую сам. В данный момент нам нужен аппарат для стирки шерсти. Ведь после того, как начали бизнес, нужно доводить дело до конца. Если вы хотите купить килограмм шерсти, например, по 1000 тенге, то вы получите у нас вымытую, готовую, чистую шерсть. Нам легче это делать, поскольку в селе хватает поставщиков овечьей шерсти. А житель села Жайсан Айташ Муталипулы получил кредит в размере 6 миллионов 400 тысяч тенге по программе «Аула Манаты». Он купил 8 верблюдов и занялся производством казахского национального напитка «Шубата». Производит около 0,5 тонны шубата в месяц. Мужчина выбрал это дело не зря, ведь село, в котором живет предприниматель, отлично подходит для верблюжьего хозяйства. Здесь растет много растений, которые любят верблюды, особенно верблюжьи колючки. Спрос очень хороший. Когда в селе появились верблюды, народ очень обрадовался. Некоторые люди никогда не видели их, разве что только старшее поколение. Люди попробовали парное молоко, шубат. Они постоянно говорили: в нашей деревне теперь будет шубат, теперь у нас есть верблюды. Жители поддерживают и постоянно покупают, особенно для пожилых людей или детей. Одна из программ, которая необходима непосредственно сельскому населению, это программа «Аула Манаты». На сегодняшний день 131 житель нашего района получил необходимые средства по данной программе. Для развития «Аула Манаты» государство направило более 1 миллиарда тенге средств. Сельские жители также реализуют производимую ими продукцию на крупных рынках Алматы. Каждая копейка идет впрок и во благо сельских жителей. Средства идут на развитие животноводства, освоение земель, переработку шерсти, открытие парикмахерских, центров технического обслуживания, восстановление яблоневых садов. Айслу Жандосова, Мируэт Кудырбай, Казальбек Жанкенчебай, телеканал ЖТСУ, Жамбылский район.